В декабре 1952 года в Лондоне произошло серьезное загрязнение воздуха. Ему даже дали имя «Великий смог». Из-за тумана, смешанного с каминным дымом, пылью, выхлопными газами транспортных средств и другими загрязняющими веществами, такими как диоксид серы, образовался стойкий смог, окутавший весь город. Это печальное событие продолжалось с пятницы 5 по вторник 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, и туман разошелся. Последствия загрязнения атмосферы были трагическими, тысячи людей заболели серьезными заболеваниями. В результате умерло от 4 до 12 тысяч человек. Среди умерших было большое количество младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями. В начале декабря 1952 года холодный туман опустился на Лондон. 4 декабря город попал в район действия антициклона, что привело к температурной инверсии. Застоявшийся холодный воздух оказался под слоем воздуха теплого. Из-за холода горожане стали использовать для отопления уголь в большем количестве, чем обычно. Послевоенный британский уголь был, как правило, не очень качественным. Содержал серу. Увеличилось содержание диоксида серы в дыму. В Большом Лондоне также находились многочисленные угольные электростанции, они также увеличивали загрязнение. Загрязнение шло от выхлопных газов автомобилей и автобусов с дизельным двигателем. Ветра также приносили через Ла-Манш загрязненный воздух из индустриальных областей континентальной Европы. Из-за тумана, смешанного с каминным дымом, пылью, выхлопными газами транспортных средств и другими загрязняющими веществами, такими как диоксид серы, образовался стойкий смог, на следующий день окутавший столицу. Частицы сажи придавали ему желто-черный цвет. Отсутствие ветра помешало рассеиванию тумана и способствовало накоплению в нем загрязняющих веществ. В Лондоне и раньше были случаи тяжелых туманов, но в этот раз смог был более плотен и продлился дольше. Туман был таким густым, что препятствовал движению автомобилей. Остановился весь общественный транспорт, за исключением метрополитена. Затем перестала функционировать скорая помощь. Жители должны были сами пребывать в больнице. Смог стал легко проникать внутрь помещений, в результате чего были отменены концерты, прекращена демонстрация кинофильмов. Зрители иногда попросту не видели сцену или экран из-за плотной завесы. Число погибших заставило переосмыслить отношение к окружающей среде и загрязнению воздуха. Были приняты новые экологические стандарты, направленные на ограничение использования грязных видов топлива в промышленности и на запрет сажесодержащих выхлопных газов. С 1952 года началось принятие экологических законов. Это позволило уменьшить загрязнение воздуха.